Указом президента День молодежи переименован в День молодежи и студенчества. Он, как и прежде, будет отмечаться в последнее воскресенье июня. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни нашего государства. 28 июня более 26 тысяч абитуриентов сдавали централизованное тестирование по иностранному языку. Испытание проводилось по одному из пяти языков – английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Традиционно самым популярным был английский. В связи с закрытием моста в Новополоцке три городских автобуса теперь заезжают на остановку по улице Калинина, чтобы подвозить людей ближе к понтону. Двойка делает это, следуя со стороны Подкостельцев. Автобусы номер 8 и 12 заезжают на Калинина, возвращаясь с больничного городка. Витебский облисполком объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов предпринимательства. Цель – оказать им финансовую поддержку. Обязательным условием ее получения является создание новых рабочих мест, а также то, что проекты должны быть связаны со строительством, приобретением или ремонтом капитальных строений, с покупкой оборудования для собственного производства. Документы принимаются в Комитете экономики.